стоим на углу Маштоца и Хоринаци. Ну, это конкретно улица Маштоца, проспект Маштоца. И вот мы перешли улицу. Специально для этой галереи. Чтобы выяснить. Написано, что это Эдуард Исраэлян. Давай подойдем поближе. Ах, Исраэлян, да, здесь? Ну, это музей или просто выставка его работ? Давай посмотрим. Эдуард Исабекян. Исабекян. А, Исабекян. Есть Рафаэль Исраэлян, как раз представил. Эдуард Исабекян. Нет, это постоянное, потому да. Что смотри, это... Исраэлян. Закрыто сегодня, да? И еще? Да, но тут к его столетию еще какая-то выставка намечена. Смотри. Кроме этого, да? Да, с 7 по 25 ноября. Это 2016 год или 17 уже? Интересно. А вот здесь, смотри. А это известные в фотографиях армянских фотографов. Там Эйнштейн, да, известные люди Дали. На фотографиях армянских фотографов. Да. Это тоже будет интересно очень. Да. Вообще, тогда фотография, здесь, по-моему... По-моему, это старое что-то осталось. Потому что там, смотри, ремонтные работы идут внутри. Все закрыто. Нет, это старые какие-то, а ну эти. Вот то есть они старое? Не определены. Подожди, я подойду, там надпись. Это сейчас... Нормально действует Эдуард Исабекян. Но сейчас закрыто просто. Да, в воскресенье. День отдыха. Ну, а вот музей современного искусства под этим зданием. И здесь. Вот во дворе этого здания находится музей современного искусства. Вот под этим, левее здания. Да, я уже издали показывал. А вот на правой стороне тут проходят выставки передвижные. Здесь? Но, да, да, здесь тоже выставочный да, зал. Выставочный зал есть, и тут проходят выставки, временные выставки. А тут вот постоянно музей современного искусства. К сожалению, вот эти строения перекрыли, закрыли, заслонили полностью. Да, это вообще непонятно. Недавно построили, ну, после Союза. Непонятно для чего. Какие-то, какие-то дурацкие... Какие-то бутики дурацкие. Там рыбный магазин какой-то, какая-то пищутерия. Да, и полностью от улицы оторвали музей современного искусства. Это приносило прибыль, наверное. Жаль, сегодня нету у нас времени, нет времени. Да. А сегодня открыт фактически музей. Да, вот музей открыт. Но мы не можем. Да. Так, пойдем, снова выйдем на Маштоц. А это вот, что оторвало музей от улицы. Это стоило того? Если я назову уродливым, кто-то может оспоривать это. Поэтому лучше промолчу. С этой стороны вид, конечно, более утешительный. Но все равно... Музей современного искусства закрывать не стоило. Нужно было хороший фасад сделать. Вот это кафе как назывался? Аргишти? Вот Аргишти где было? Вот, вот здесь, да, серые? Где желтые эти? Да. Там еще эта скульптура, смотри, осталась она. А вот рядом, вот где написано Крушиане Кентрон, была Крушиане Коньяк. Коньяк, да? Да. Ага. Что точно, было вообще тут известно? Аптека была очень известная, 10-я аптека. Вот я уже не помню. Аптеку. А я помню. Ты мало в этом районе ходил, ты больше по Абугам. Да, а я больше по проспекту. Школу я ходил по этой улице, по
последние 2 года. Улица Хоре Наци. Я стою на Маштуце. Вот охотничьи. И в сторону проспекта Маштуце. И поехали по Хоре Наци. В сторону проспекта Маштуце. Шесть минут шестого. Вот здесь мы были пешком. Проедем проспект Маштуца. Продолжаем по Хоре Наци. Искусство справа. Вот мы стоим у бывшего крытого рынка, теперешней сети. И вот эту решетку красил мой дед, покрывал позолотой. Она позолотой покрыта? Да. Ну, тогда бронза это называется, или позолота. Тогда она была другая. Но ты рассказывал, он с сусальным золотом покрывал, что? Или я нет? Не помню уже, Армин, что я тебе рассказывала. Говорил, и на кисточке он брал. А нет, это его основная работа была в живописной мастерской. А здесь чем он покрывал, я не знаю. Я только знаю, что он эти, красил эту решетку чем-то. А ты думаешь, этот узор сохранится? Мне кажется, они и решетку поменяли. Нет, нет, ты что, решетку? Точно? Потому что мне кажется, она была более ажурной. Нет. Но я пойду куплю цветы. Фруктов нашим. Тебе казалось. Давай. Стоим опять на проспекте Маштуца, на противоположной стороне. И сейчас по Паронян мы поедем к комплексу спортивному имени Демирчана. Я пойду на концерт Агутина. К Леониду Агутину.